Двойной праздник – День российской и чувашской печати отметят журналисты республики. Чествование лучших сотрудников средств массовой информации состоится завтра в 11 часов дня в Чувашском государственном драматическом театре имени Константина Иванова. Такой праздник раз в году дарит журналистам возможность встретиться с коллегами, многие из которых стали уже друзьями, обсудить рабочие и личные дела, вместе порадоваться успехам и отдохнуть. День российской печати отмечается в стране уже 317 лет. Первая русская газета «Ведомости» вышла по указу Петра I 13 января 1703 года. Отсчет «Чувашская журналистика» ведет с первого выпуска газеты «ХПАР» с 1906 года. С этого момента и до сегодняшнего дня достоверная, объективная и актуальная информация для жителей республики – главная задача журналистов. По традиции, в этот праздничный день будут награждать лучших мастеров пера. И, конечно же, на торжественном собрании ждут ветеранов печати, внесших весомый вклад в развитие национальной журналистики. Рифат Фаткулин, Республика.